друзья, у нас сегодня последний день. Как бы мы ни критиковали, но я не могла вам не показать стоянку. Здесь в этого пансионата есть и стоянка. Значит, каких номеров только я не видела. Харьков, Киевская область, Киев, Винница. Очень много. Короче, все уголки, полностью вся Украина здесь. Как бы мы ни критиковали, но отдохнули. Отдохнули. Мы знали, куда мы едем. Мы знали, что мы ехали ради источника и ради соленого озера сюда. Поэтому отдыхать всегда хорошо, но дома лучше. Я вам не показала, здесь есть площадки. Детские площадки есть. Для деток есть горки разные. Конечно, здесь есть рядом аквапарк, ну не здесь, где мы отдыхаем. Мы отдыхаем за Счастливцево. А аквапарк есть в сторону Геническо, то есть когда ехать по трассе, вот там есть и аквапарк. И еще раз покажу вам всю территорию. Это стоянка, ради чего я опять включилась, решила вам показать. Мы возмущаемся, что плохо, условий еще нет и так далее. Но, тем не менее, люди едут со всей Украины. Очень много. Мы сколько сюда не ездили, такая забитая стоянка никогда не была. Здесь красиво. Здесь красиво. Сегодня прелестная погода. Утром медуз почти не было на море. Поэтому получилось даже проплыть немножко. Здоровья набрались и едем домой. Как всегда, не изменяя традициям, сейчас мы вначале поедем на горячий источник, потом мы поедем на соленое озеро. Вот, на Севаш заходить не будем, но хочу сказать свое впечатление от Севаша. Когда после соленого озера я пошла смыть соль в Севаш, такое впечатление было, как после скрабирования, после какой-то скрабирующей маски. Честно говоря, вот все тело было такое бархатистое, а ногти белые-белые, как вроде бы их отскрабировали, почистили. Вроде бы я вышла с салона маникюрного и педикюрного. Все хорошо, друзья, поэтому приезжайте, отдыхайте. Если вы хотите бюджетный отдых, вам это обойдется так, как обошлось нам. Значит, у нас 300 гривен человека вместе с завтраком. 300 гривен в сутки. Ну, остальное, все, что вы себе хотите. На рынке есть все. Если вы любите молочные продукты, на рынке тоже можно их купить. Хлеб можно купить, можно и в столовке дают хлебушек. То есть можно взять и в столовке. Все, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Будьте со мной. Спасибо тем, кто остается со мной. До новых встреч!